заснялся в первый? Заливал. Как я заливал? Фонтанчиком. Стас! Супер Стас! Не вели казнили слово молвец! Итак, Татьяна и Супер Стас, друзья! Ваши бурные аплодисменты! Итак, Наталья, кого вы вывели? Вот, видимо, Татьяна тоже на самоизоляции изучала английский язык, потому что... Наталья изучала тоже английский язык на самоизоляции, потому что нет-нет, да и да, у нее проскакивает. Это самый the best man. Вот так вот. Это со слов Натальи, нашей Russian-балалайщицы Михаил! Итак, Александрина, вы уже успели познакомиться? Так точно! Хорошо! Итак, Александрина, так как зовут вашего молодого человека? Вы просто стоите, ничего делать не надо. Хотя, может быть, включить голову вовремя тоже нужно будет. Но самая главная задача остается на наших прекрасных девушках. Девчонки, я в самом начале уже вам сказал, что вы будете очаровательными медсестричками. Так оно и есть. Колеце. Там набери. На этом все. Вы будете лечить наших подопечных. Так. Екатерина. Давайте иглоукалывание оставим на потом. Даниил вас кольет и туда, и сюда, куда вы захотите. Таня, ты знала, что подписывался? Это стропольщица лютая, ты чё? Еще как бы неизвестно, кто кого кольет. То ли ты ее кольешь, то ли она тебя кольет. Один Даня только, по-моему, сейчас пустил слезу такой. Наших подопечных. Отдельные части их тел. Я не знаю, что у них заболит. И мы не знаем. Но, друзья, вы готовы? Впервые лечебные процедуры на ваших глазах. Итак, музыка громче. Девчонки, давайте представим, что у наших подопечных заболело сердечко. Лечим сердце лбом. Крутим, вертим. Молодцы. Итак, девчонки крутят. Миша, ну хватит голову отпускать. Неужели твое сердце находится в трусах? А теперь, девчата, внимание. Теперь наши подопечные заболели. Колени заболели. Миша, ты вот так вот прямо тянешь. Вы посмотрите, это просто чудо, это просто... Сейчас у наших подопечных заболела голова. Что делать, девчата, заболела голова? Лечим наших подопечных. Я смотрю, Михаил уже, по-моему, лечит уже нашу Наталью. Итак, а теперь у наших подопечных. Как вы думаете, заболели животы? Животы заболели! Супер Стас! Огорил свой крест! Стас, раздевайся! Макс, все прошло! Живот уже не болит! Теперь заболел нос, что делать? Девчонки, лечите! Нас! Лечите, нос заболел! Слишком много застряло в ноздрях чего-то, не знаю! Лечим нос лбом! Макс, не любите, какие еще понадобятся! Теперь заболели плечи заболели!
Заболели плечи. Молодцы. Заболел поясница. Ой, не сестры, вот что делать? У меня заболел живот. И чёрки, что делать? У меня живот заболел. Закрыл скорее. Сигаретку срочно. Руки держишь уже где-то. Где-то. Да стоп, стоп, стоп. Мы же не за Суперстас сейчас голосуем. За Суперстас и так. Голосуем за медсестрицу Татьяну. Итак. Итак, ну вроде бы пока поровну. Итак, следующая наша участница. Катя. Я, Екатерина, я не против. Но не мы.